Всем привет! Это программа «Точка.ру». С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила всемирная сеть всю минувшую неделю. Обновляемся! Сегодня в программе «Осенняя Самара» из ваших аккаунтов. Романтичная и задумчивая. Космонавт Олег Кононенко рассказал о любимом городе в новом ролике к чемпионату мира. А самарские блогеры показали село Зольное с высоты. Мат или не мат? Вот в чем вопрос. Роскомнадзор предлагает следить за своей речью в сети. А тем временем назван самый опасный человек в интернете. Кто же это? Нашлась морковка, которая может спасти мир. Все это и многое другое прямо сейчас. Осенние листья шумят и шумят в саду. Минувшие выходные порадовали нас всех теплой погодой и солнышком. Однако самарцы уже успели немного взгрустнуть по поводу того, что все, лето-то закончилось. Конечно, в сети очень много шуток о том, что дома-то холодно и все дружно греются либо с котиками, либо с любимыми людьми в обнимку. Но осень наш город встретил достойно. Заиграл золотыми красками, яркими сезонными цветами и вашими смешными шапками. Портал welcome2018.com представил новую серию проекта «Город героя», в рамках которого популярные люди из мира искусства, науки, спорта и шоу-бизнеса рассказывают о городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018, делятся личными воспоминаниями и историями, а также советуют интересные туристические места и объекты. Героем пятой серии стал инструктор-космонавт-испытатель первого класса, посол Самары, как города-организатора чемпионата Олег Кононенко. Я мечтал стать космонавтом с детства. Первому полету я шел достаточно долго, практически 10 лет. Полет в целом прошел на одном дыхании. Но в первом полете специалисты на Земле, проанализировав состояние моего корабля, пришли к выводу, что в один из первых болтов, который соединяет отсеки корабля, возможно, повел бы на спуске себя нештатным образом. В конечном счете мы вышли, пироболт смогли вытащить и благополучно, выполнив свою программу, спустя месяц вернуться на Землю. Когда на пятом курсе приехал сюда и пришел в цех, увидел космический аппарат, увидел такую махину, почти 10-тонную, увидел размеры. И тогда я оценил масштаб. Масштаб того, что человек может такой аппарат сделать, человек может такой аппарат отправить, запустить в космос. Конечно, это вызвало восхищение и гордость. Приезжая в Самару, я, конечно, стараюсь побольше походить пешком. Вот эта вот связка Льва Толстого, Ленинградская, набережная, одно из самых красивейших мест в Самаре. Можно действительно получить эстетическое удовольствие, гуляя здесь. Мы с супругой очень любили бывать в Самарском драмтеатре. Практически, наверное, каждую неделю мы ездили. Еще и ходили в театр оперы и балета. Мы, насколько я помню, смотрели постановку детскую «Чиполлино». Ну, конечно, надо. Одно из интересных мест – это музей «Самара Космическая». Перед его входом стоит настоящая ракета «Союз». И здесь действительно можно получить представление, начиная от ракет, на которых космонавты летают в космос, до их быта на станции, до их вещей. В
Проведение чемпионата мира по футболу, конечно, Самаре придаст дополнительный стимул к созданию и дополнительных спортивных площадок. Я думаю, здесь количество фанатов и любителей футбола увеличится. Ну и в целом город Самара будет более свежим, красивым и современным городом. Блогер из Тольятти Кирилл Здоров в своем ЖЖ-аккаунте регулярно выкладывает чудесные посты о том, как выглядят разные населенные пункты области с высоты птичьего полета. Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск. В этот раз в объектив попали живописные пейзажи села Зольное. Село Зольное находится в 60 километрах от Тольятти, на противоположном берегу реки Волги. «Сначала было совсем все пасмурно», – пишет автор. «Но даже в такую погоду здесь по-своему красиво и атмосферно. Острова Сосновый и Середыш, протока Бахиловская Волошка – невероятная красота, от которой захватывает дух. Порой кажется, что это кадры из какого-то фильма о начале жизни на планете. Кирилл, вы настоящий мастер». Эксперты в области киберугроз раскрыли личность самого опасного персонажа во всем интернете. Главным злодеем оказалась канадская певица Аврил Лавинь, не выпускавшая альбомов с 2013 года, но исправно поставляющая в сеть вредоносный контент имени себя. Именно в материалах, связанных с именем поп-панк-певицы, злоумышленники чаще всего размещают небезопасное программное обеспечение. Аврил стала самой вредоносной знаменитостью, поскольку ссылки, которые поисковик выдает пользователям по запросу поиска ее песен, с вероятностью 25% приведут на вирусный сайт. Также обстоит дело и с фотоснимками певицы. Список самых токсичных знаменитостей года также попали певцы Бруно Марс и Джастин Бибер, певицы Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе, ну а в прошлом году лидером оказалась актриса Эми Шумер, в 2015-м голландский диджей Армин Ван Бюрен. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что пользователи интернета должны начать самостоятельно избавляться от матерных слов в сети. Руководитель службы обратил внимание на то, что официальные издания несут ответственность за публикацию нецензурных слов, в то время как поведение популярных видеоблогеров с многомиллионной аудиторией не регулируется законом. Глава ведомства привел пример саморегуляции своего коллектива. Оказывается, все сотрудники Роскомнадзора кладут по рублю в специальную кассу за каждое матерное слово, и все деньги направляются на благотворительность. Ничего себе, там суммы получаются, наверное. Жаров также выразил надежду, что интернет-сообщество сможет разработать собственные правила для очищения своего языка. Морковка, которая смогла бы спасти мир. Снимок овоща разлетелся по сети за считанные часы. Необычную морковку уже сравнили с героем Брюса Уиллиса из фильма «Армагеддон», а также с американскими космонавтами на Луне, персонажем из видеоигры «Мегамен» и космодесантниками. Остроумные комментаторы предложили срочно связаться с американским изобретателем Илоном Маском и отправить морковку на Марс. Присвоили ей звание первой морковки в космосе, а также поделились множеством фото, похожих на людей, овощей и фруктов.
На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Кстати, у нас там уже 14 миллионов просмотров, а с недавнего времени мы есть еще и в Телеграм. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока!